Всем привет, меня зовут Милана Хаметова, и ты смотришь Синдейли. И сегодня я покажу, что находится в моем любимом рюкзачке. Он мне очень нравится, его можно везде с собой взять, потому что он такой миниатюрный, и плюс у него помещается очень много всего. И сейчас я расскажу, что же я в нем храню. Что такое Синдейли? Это нужно видеть. Ищи приложение в App Store и Google Play. Синдейли, твой друг навсегда. Так, здесь, ну что здесь? Здесь у нас лежит просто жвачка, которую я ем. Я очень люблю жвачки. А здесь, в этом кармашке, у меня лежат вот такие вот три вещи. Это вот такой вот антисептик, который уже почти закончился, потому что я им пользуюсь очень часто. А вот такое вот масло для губ. Это если у меня нет... Естественно, почему нет? Это если у меня нет помады, я ей пользуюсь. И вот такой вот крем для рук с авокадиками. Под цвет моей одежды, который я очень часто пользуюсь. И он очень вкусно пахнет, кстати. Прям вообще. Да, вкусно пахнет. И основной карман. Так, здесь у меня лежат салфетки. Ну, влажные салфетки на все случаи жизни, если они понадобятся, они понадобятся. Вот, они у меня всегда с собой. Дальше, ну, тут расческа для волос. Вот такое вот средство, это кондиционер для того, чтобы волосы, в общем, лучше расчесывались. Ну, естественно, мой телефон, с которым я без него никуда. Вот, здесь у меня Дипик, это моя собачка, которую мне, кстати, подарили этот чехол, мои фан-аккаунты любимые. Вот, и вот здесь я. И последнее, здесь лежит на всякий случай вот такие вот тени, жидкие тени, которыми я очень часто пользуюсь, они мне очень нравятся. Вот, иногда я ее использую в качестве помады, если у меня нет. Вот так вот. Ну и на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, что находится в моей сумочке. С вами была Милана Хаметова, смотрите Синдейли, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!